В Ивановском зоопарке поселились феники – небольшие лисицы с большими ушами. Для зоопарка животных купили примерно год назад, и все это время они жили в домашних условиях, чтобы адаптироваться к жизни в неволе. Большие уши умиляют посетителей зоопарка, но феникам, Федору и Феньке, они нужны не для красоты. В жару уши спасают от перегрева, а в ночное время служат локаторами. Родина феников – Северная Африка. Чтобы ночью зверьки не замерзли, до них повесили инфракрасную лампу. Рядом с фениками живут домашние кошки Муся и Ася. Такое соседство не случайно. Дома они общались с кошками, с собаками. И как бы вот здесь тоже у нас есть наши кошки. Мы посадили рядышком, чтобы было им покомфортней. И я думаю, что через неделю мы откроем дверь кошкам, и они будут бегать друг к другу в гости.